Да, конечно. Там ногу сломали, там ему ребра там сломали, там что-то еще. Ну и потом что-то недолго думая, ну, пацаны антрацитовские, ну, кудаисты. И что толпой в этих боксеров как отпинали. И потом нам денег ну, читал лекцию о том, что если вы занимаетесь, то драться только тогда, типа, ну, когда уже это крайне необходимо. Да. Ну, знаю. Потому что у моего тренера был потом свой, ну, его личный тренер, он тоже тренировал. Это еще вообще было. И он, короче, где-то отдыхал там девочки, там выпивка. И, короче, ну, к нему типа докопалось какие-то три мужика. А он был тогда в сборной Украины по кудо. Типа, ну, мужик вообще типа нифига себе, постоянно там занимал призовые места. Они что-то, короче, до него типа доколупались. Типа, чё-чё-чё, и он их, короче, троих сразу за 15 секунд уложил. Они его написали, короче, заяву. Его чуть ли не посадили, но его выгнали с организации, и он больше не был. Там, ну, ясно. Там вот это у меня тренер тоже рассказывал, говорит, за японца одного. А он сертифицированный, все, у него там пятый дан по одной школе. Да, вот. Шестой дан по другой школе. Сами японцы приезжали, сами японцы его награждали. Мне это рассказывают, что вот 10-й дан, ну, крайняк уже, да, уже круче некуда. И, говорит, на остановке, говорит, его отметили, там, то ли двое, то ли трое сопляков. Не сопротивлялся. Почему не сопротивлялся? Ну, говорит, если бы я сопротивлялся, я бы, говорит, их поубивал. Ну, считается, тот спортсмен, который занимается единоборством, у него даже есть там медали, там сертификаты, то там руки, ноги, это считается как холодное оружие. Вот если, допустим, на меня например, мужик с ножом, и я буду без ножа. Подписки то... мне не давал никому. А? Подписки не давал. И что? Ну, я-то занимался в конце 80-х. Ну, нам приходилось, мы писали 5-летние подписки в КГБ. О неприменении, необучении, в общем, не распространении. То есть делай, что хочешь, но не применяй. Ну не, ну я школу типа занимаюсь таким и ничего такого никогда не подписывал. Не, ну я-то занимался, я начал заниматься именно рукопашным в 88-м, еще при Советском Союзе. Да. И вам тогда так, хотите заниматься, подписки. Ну я занимался, я каждый день у меня тренировки были. 3 дня в Маш-институте, 3 дня в Динамо. Воскресенье на природе. Ну, когда здесь в Луганске жили, дизайнерским боксом занимались, и занимались сборной университета по тайскому боксу и в клубе осьминог. И типа.